А он и говорит: господин студент, это же не юбка, это ряса. Закуривайте. Да. А, черт, и в этом вагоне его нет. Вообще-то он заметный, в кожаном пальто ходит. Много ленинградцев сюда прислано? Да нет, я один. Войну здесь начинал, потому и попросился сюда. Сразу оговорим. Комфорта и личной безопасности не гарантирую. Это я уже понял. Честно говоря, здесь пока не практиканты нужны. Бойцы здесь нужны. Чтобы стрелять умели и левой, и правой. И руки хорошие, и ноги крепкие. И головы изворотливые. Так, обстановка такая.
Район у нас большой, глухой, бездорожье. Граница рядом, до моря рукой подать. Советская власть меньше года была. В 40-м освободили, а в 41-м немцы пришли. Да ты садись, чего стоишь? Тут в мозгах у людей такое творится. Освободить людей от страха. Доказать им, что советская власть — это их власть. И что она здесь навсегда. Вот наша первая задача. Ну, а тут всякая недобитая шваль в лесу начала новой войны ждет. Вдалбливает всем, что война вот-вот начнется. Стреляют активистов. И много бандитов в лесу? Как их пересчитаешь? Перепись не проведешь. Днем он, может быть, хозяйствует, а вечером за автомат. Порядок мы, конечно, наводим. На юге у нас дороги получше. Вот и порядка больше. А есть еще места. Проще людей черту в зубы посылать, чем в какую-нибудь Валаховку. Это хорошо, Бологов, что тебя сюда прислали. Дел, ну, сам увидишь. И посевная на носу, больницы строим, школу открываем, магазин. Приветствую. Здравствуйте. Сегодня ночью кряк был в Валаховке. Вот сволочь. Надо ехать. А в Слободку кто поедет? Мне лес вот так нужен. Нужен лес. Строиться надо. Так что в Валаховку не ехать, что ли? Нельзя не ехать. А много леса в Слободке? Познакомься. Ковалев. Бологов. Из Ленинградской партшколы прислали на практику. Войну здесь начинал. Вот он и поедет в Слободку. Маргунку там одному все равно не разорваться. Дело. Я, правда, думал здесь практиканта оставить. А что за место Слободка? Да место тоже. Веселое. Маргунов сейчас здесь. Вместе и поедут. Добро. Учти, Бологов, Слободка — место особое. Про кряка слыхал? Так там его до сих пор помещиком считают. В оккупацию фашистов служил. И сейчас вертится вокруг своего родового поместья. Народ в страхе держит. А к себе кого только не собрал. И полицаи, и дезертиры, и фашистские недобитки. Если бы. А такие, как Степка. Ведь воевал же человек. А кряк пригрозил убить его жену и детей, если не пойдет в лес. Вот и держит его силой в банде. Дескать, смотрите, солдат, а тоже со мной заодно. Солдат. Штрафной рот и солдат. Потому его Краковский и достал. Да, кстати, Степкина жена с детьми в Слободке живет. Значит так. Ордена и партбилет оставь у меня в сейфе. Разыщи Маргунка. Ковалев тебе поможет. И выезжай в Слободку. Главное тебе задание — двинуть лес. Понял? Ты сначала узнай, сколько его там. Посмотри дороги. Ну что ж, здесь ты начинал воевать. Здесь мы с тобой закончим. Условия здесь особые. Люди русские, вон-то живут, а молятся разным богам. Вон церковь, и священник есть. Рядом костел, там за поворотом кирха. В общем, Бологов, тут такой перекресток. Немцы здесь 2 раза были. И кто только не дрался за этот угол. Так что тут народ ничем не удивишь. Но будут какие затруднения, ты обращайся, не стесняйся. Приедешь в район, спрашивай меня или первого секретаря. Да. У нас сведения есть, что банда в поезде меня искала. До встречи. До свидания. В бою, в том смертном бою, солдат, берегли мы с тобой.
мы сердце свое жене принесем, когда мы вернемся домой. Жене принесем, когда мы вернемся домой. Моргунок? Он сам, в чем дело? Андрей Бологов. По предписанию райкома послан к тебе в сельсовет на лесозаготовки. Добро, знаю. Пиво? Я не пью. Ничего, практикант. Живешь в слободке, сопьешь. От такой жизни курица закричишь. Я сегодня в слободку не поеду. Дела. Вот поедешь, Надежда Николаевна. Надеж, ты отвези его прямо к Шишке. Одну ночь там переночевать можно. А завтра я сам приеду. Девка. Трофей! Андрею Бологову от командования. Это же не Моргунок. Кто такой? Сейчас узнаем. Коммунист? Коммунист. Зачем сюда приехал? И где Моргунок? Молчишь? Фриц! Ты не хочешь сказать, зачем приехал и где Моргунок? А, вот в чем дело. За лесом послан. На гроба не хватает. Ах, и сволочь же ты. С этим разговор не получится. В расход. Отведите подальше и шлепните. Пошли.
Давно прибыл? Только что. Раздевайся. За тобой должок небольшой. Ну быстрее, не в бане! Сапожки. Мой размер. Беги. Левей, гад! Что-то стрельбы много. В кошки-мышки играют. Пионеры. Правей, правей. Поправей, маненько. Опа! Да куда он денется? Сам сдохнет. Пошли. Что, Матвей, поиграть решил? Я и говорил ему, что прикончить надо было. Да куда он денется? Голый в лесу. Сам сдохнет. Смотри, Матвей, доиграешься. Не из наших мест.
Нет. А как вас зовут? Гарик. А меня Андрей. Вот если бы не вы, погиб. Никто мне двери не открыл. А что вам надо в нашей Слободке? А разве ваша деревня называется Слободка? Человек даже не знает, по какой земле ходит. Конечно, Слободка, где еще сыщется такое проклятое место. Ходить можете? Могу. Тогда пойдемте. У нас Слободки в доме опаснее, чем на улице. Здесь. Моргунок мне сказал, что одну ночь я могу провести у Шишки. Что за человек этот? Шишка. Я бы на вашем месте... На вашем месте я бы здесь не задерживал. Это случайно, что вы остались живы. И ничто вас в следующий раз не спасет. Ни Моргунок, ни черт не делал. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Антак! 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 Ну, вставай! А-а-а! Ты кто? Кто там еще? Не ори! В лес собирайся. За хворостом. И побыстрей. Не сути. Мои возьмешь. Передать-то? Передай, что ко мне вчера из райкома человек пришел. Замерзший. Отогревается. Понял? Ничьи это новости, чтоб в лес днем шастать. Что? Ну ладно, ладно. Передай им. Ночевать сегодня у себя оставлю. Мы еще с тобой кудрями-то потрясем. Куда вы, товарищ? Идти надо, хозяин. В таком виде? Да на народ. Как пройти в сельсовет? А что тут идти? Вот вдоль улицы до кирпичного дома. Полицейский участок у нас там был. А охраняли ведь нас. А что идти в сельсовет-то закрыт? Дождались бы Моргунка. А может, Моргунок вообще не приедет? Да ну, наговаривается, бог с вами. Позавтракали бы, а... Спасибо. А? А вам вас вечером, мать! Не знаю, как получится. Сейчас, дети, мы с вами будем писать диктант. Откройте тетрадь. Пишите. 19 марта 1946 года. Диктант. Зима. Крестьянин торжествует на дробных
обновляет. Стасенька обновляет, а не обновляет. Его лошадка, снег почуя, плетет рысью как-нибудь. Председатель. Быстро тебя разукрасили. Ну, заходи. Ничего, практикант. Долго мы здесь не задержимся. Сначала рванем на хутор. Отлежимся. Отогреемся! Надо бы народ собрать. Зачем? Тут народец такой, от него лучше подальше. А? Солдаты к нам. Посмотри, практикант, что делают. Сволочь. Вот ребята рассказывают. Сегодня опять банда на поезд напала. Наши двоих подбили. Так они сами своих же пристрелили. Пойдем поглядим, может быть, слободки. Кажись, свободка. Но тром чую. Где ты их видел? Вы их куда везете? Далеко не повезем. Где враг найдем, там и второй. Задержитесь на полчаса. Ну? Ты ж хотел народ собрать? Ну вот, сейчас всех увидишь. А я пока дело проверну. Кто знает этих людей? Назовите их имена. Подойдите поближе, по очереди. Пожалуйста. Подходите, подходите. А ты, сиротка, что стоишь? Иди, может, узнаешь? Я знаю этих людей. Вернее, не этих. Но я видел банду Краковского в деле. Я ехал в поезде, на который напала банда. Они убили человека в военной шинели. Если бы вы были в вагоне, они и вас убили бы. Еще не убили машиниста. А у машиниста, оказывается, четверо детей. Людей тех жалко. И этих жалко. Они были обмануты и стали убийцами. Их обманули те, кто сегодня в страхе держит и вас. Посмотрите на них. Их пристрелили свои. Пристрелили раненых. Даже звери так не поступают.
Если убитые из вашей деревни, возьмите их и предайте тела земле по обычаю отцов наших и дедов. Сыночки мои, бедные вы мои. Ловко ты их. Я тебе честно скажу, поначалу думал, что ты сам. Контра. А ты так повернул, сиротка тут же раскололся. Хорошо. Теперь с ним можно счеты свести. Ты не спеши сводить счеты. Добреньким хочешь остаться. Вот не возьму тебя сегодня на ночлег. Узнаешь их доброту. Ну, видал? О, даже меню есть. А кто ему разрешил столовую держать? Серые волки. Водки дай. И что-нибудь к ней побыстрее. Сию минуту. Какие люди? Ах. Выпьешь? А мне надо. Как выпью, могу опять хоть сутки на ногах. Хотя глобли гнуть. Давай. Скажи, хозяин, это правда, что немцы здесь лес заготавливали? Заготавливали, 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 а вывести не успели. Вот так, в блудном лесу и... Вот так, дорогой товарищ. Ты где сегодня ночевал? Потом скажу. А вот у меня секретов нет. Сегодня будем ночевать в Клестовке. Вот Клестовка, но мы туда не пойдем. Почему? Потому что в Слободке стены слышат. Я тут многих знаю. В Чистозерске работал почтальоном. После ранения вернулся домой, а деревни нет. Сожгли каратели. Постой. Иду, иду, иду. Тихо. Да вроде тихо. Андрей Бологов. А? Мы сегодня вдвоем. Ну, вдвоем так вдвоем. Пошли. Тут второй выход. Это так, чтоб ты знал. Наконец-то. Дома. Каждый день бреюсь. Это дерьмо меня неумытым не возьмет. Андрей, дай наган. В одном месте две ночи кряду ни разу не спал. Только когда солдаты придут.
Ну, тогда в Слободке праздник. С вечеринками. Я тогда в сельсовете живу. Многих тут пощелкали. Кого на ночлеге, кого в дороге. Как хорьки. Днем в норе, а ночью по одному находит и делает свое дело. Учителя в соседней деревне повесили на березе. Хороший мужик. И здесь, если поискать, и полицаев можно найти. Ждут своего часа, сволочи. Люди запуганы, а запуганного легко и со сволочью спутать. Да? А почему же я не запуган? Ну ты. Ты, во-первых, коммунист. А что им мешает быть коммунистами? До этого надо дорасти. Нет, браток, если уж уродилась жеребец лысиной, всем и подохнет. Потому и хочется на раз взять наган и разрядить всю обойму. В шишку, в эту полукровку. Что за полукровка еще? Да есть тут такая одна, Ганной зовут. Да ты ее видел сегодня. Она стояла в пестром платке, глазастая такая. Вроде не от мира сего. Так я у нее сегодня ночевал, в бане. Спасла она меня. Ганна? Да, Ганна. Тут ничего не скажешь. А про Ганну-то поговаривают, что к ней частенько Краковский заглядывает. У нее что-то вроде сводного брата, что ли. Как хитрый пес. Осторожный. Я на него засаду устраивал. В общем, он трус, надо сказать. Война для меня не закончена. Я солдат. Есть более точное слово. Какое? Я видела, как бежал человек из леса после разговора с тобой. Это моя оплошность, что ты его видел. И все же нашлась сволочь, которая приютила и обогрела его. Это я. Я приютила и обогрела его. Ну и ну. Знаешь ли ты, что с тобой сделают те, кто в лесу, если узнают об этом? Тебя не спасет даже то, что мы выросли в одной семье. Да я сам должен. Где же логика в твоих поступках? Меня ты собираешься убить, а своего врага отпускаешь на свободу. Мы действительно живем в кошмарном мире. Не надо грызть друг друга, не надо. Ты думаешь, мне легко? Думаешь, я не вижу, что за сброд вокруг меня? Но все обретет ясность и стройность, когда Запад объявит войну. Это обязательно будет. Все то, что я делаю сейчас, будет оценено как мудрое предвидение. Да, когда заглянет Бологов, задержи его. И пошли Анелю, в любом случае. У меня с ним теперь личный счет. Хорошо. Видишь, Матвей, один ты у нас остался. Иван погиб на фронте. Сашка в партизанах. Витьку с Антоном привозили. Говорят, что сам Кряк пристрелил твоих братов. Тут начальник приехал.
Говорит, что кто придет с повинной, так похоже, что человек не лгал. Нелегко, бать, свою шкуру спасти. Была задумка взять хряка за шиворот и отвезти советом. Видишь ли, сынок, мы на злые дела тебя не толкали. И не след тебе было дезертиры подаваться. У нас все думают, война опять будет. Американцы с англичанами начнут. Бог его знает. Степан, тут человек новый приехал. И говорит, слышишь? Говорит, что все могут вернуться, на ком крови нет, тому ничего не будет. Ничего не будет. А на тебе крови нет. И ты можешь вернуться. Да. Ну, а что они? Ну, что тебе эти Матвей? Ну, что они тебе? Компания, что ли? Ну, что ты, ей-богу? У тебя хозяйство, у тебя жена, у тебя дети. А у Матвея что? Он дезертир. Он дезертир. У него жены нет. А ты смотри, ты же воевал. И за эту же власть воевал. А теперь что? Бандит. Бандит и все. Перед людьми совестно. Дети спрашивают, где папка? Где папка? А он в лесу. А там убьют, не дай Господь, Бога Господа. С войны дождалась, а тут... Вернулся бы. Ну, посидели бы тебя, ну, отсидел бы, ну, отсидел бы 5 лет, ну и что? Я бы ждала, я ждала бы. Отсидел бы и домой пришел, живой. А то хозяйство какое, а мне мужик тут нужен. А ты придешь ночью, да уйдешь ночью. Где Моргунок? Он ночует сегодня у тебя? Да нет его у меня. Вы же все обыскали. Пиши. А? Если Моргунок придет ко мне ночевать, я Клёст обязуюсь сообщить об этом в лес. Подпись. Теперь вот так. Как только придет Моргунок, повесишь ведро на 6 забора. Если что-нибудь, эта бумага будет у него. А он тебя разделает получше нашего. Что делаем сегодня? Ну, сперва позавтракаем у Шишки. Да нет, Моргунок, так дальше не пойдет. Что не пойдет? Пора кончать бегать и прятаться. Пора делом заниматься. Можешь людей собрать? Могу! Пойдем! Я приехал к вам в Слободку, чтобы организовать вывоз леса. Ешь-то, какой умный нашел! Конечно, товарищи, дело это непростое, но сделать его надо. Сам сунься в лес, кряк тебе там покажет. Не мне вам рассказывать, что многие люди не имеют крыши над головой. Не так ли? И поэтому сегодня лес так же нужен, как и хлеб. Тебе за хворостом в лес ходить, и то поездно. Но вот как? Но вот как взять из ваших мест этот лес, это действительно трудно. Как это сделать? И вот поэтому...
А ты пойдешь? Я каждого прошу помочь нам. Я каждого прошу помочь нам. Вопросы задавать можно? Если я смогу на них ответить, я отвечу. Лёс просил передать, чтобы ночевать к нему не приходил. Он опять дал подписку бандитам. Передай Плесту. Услуги это не забуду. Если живой останусь. Ну? Ночью Кряк был у Ганки, но недолго. Потом он пошел к Шишке. У сиротки был Матвей. Это его последний сын. А Степанида принимала Степку. Сучка. Ну? Шишки завалило человек 12 за самогоном. Потом половина вышла и ушла куда-то. Куда-то? В Клестовку. Куда? И постарайся влезть в мою шкуру. Кстати, таких шкур тут много. Ну что, у вас? Тихо, тихо, товарищ. Приехал к нам до войны сюда человек. Колхоз говорит, давайте. А детей у нас тогда было... 9 человек. 9. Это сейчас 11. Ну, тихо, товарищ. Тогда 9 было. Пока я воевал, он мне смену строгал. А земли у меня, во, значит, колхоз мне хорош. Ну, я и поднял руку. Так в 42-м году мне Кряк эту руку... Во, полюбуйся. А он и сейчас тут. И если я запрягу коня, то Кряк меня совсем голову снимет. Так что мне чем в этот лес, лучше вообще головой в прорубь. Только не простудись в проруби, Слушка. И не пугай нас банды. Мы всю войну прошли. А уж на Кряка найдем силу. И петлю! Время придет. А вот кто и когда тебя научил запугивать народ бандитскими страхами, это мы у тебя еще спросим. Слушка. Да за такие речи! К стенке ставят! Без суда! А мы тут цацкаемся! Советской власти не нужны подлые помощники! Значит так. Завтра в 9 часов утра всем собраться у сельсовета. По одному со двора, с конем. Берите с собой карабины, ружья. Ну, у каждого что-нибудь да найдется. А насчет банды, волков бояться, в лес не ходить. Складно, все. Товарищ. Если есть вопросы к товарищу Бологову, пожалуйста. Хорошо бы нам самим подумать, как отделаться от страха перед бандой. Нас ведь больше, чем бандитов. И не мы к ним по ночам ходим, а они к нам. Пока Краковский в лесу, дела не будет. Постойте, товарищи! Куда же вы? Товарищи! Слушай, комиссар, нам самим этот страх как супонь старая для лошади. Понимаешь, дело это серьезное. И присяга, вернее, молитва навязчивая. Когда бой безнадежный, чудо не жди. Ты холодным штыком мое сердце горячее, не жалея мундир, осади, остуди. Что, обедать? Да нет, надо одно дело сделать. У тебя дрова колотые есть? Есть.
А веревка? Найдется. Ну, пойдем, поможешь. Антак, ты тоже. А что вас куда, Николай? Ну, жги! Ну, где у тебя веревка, ты говорил? Иди. Антак, найди себе тоже веревочку. Давай я инструмент подержу. Ищи, ищи. Вон в ту комнату, в угол. А ты здесь, Антак, у печки сваливай. Ну-ка, иди помоги мне, а то, видишь, поясница болит. Арестовала тебя, Шишка. Тебя и твоего приятеля. Пока. Ну все, ребятки, бегите домой, бегите. Не трогай. Не твое, не трогай. Стой, Степанида. Стой, тебе говорю. Ну-ка, отправь детей домой. Я тебе сказала, это дети Степана. Мы вместе и пойдем. Пусть народ видит, что нас забирают с детьми. А ты их прокормишь? Ты их прокормишь? Да нельзя туда с детьми. Куда? Туда. Куда? Фу. Ну что, дурачина, допрыгался? Ой, дед Боже мой. Детки мои бедные. Долго же ты меня будешь мучить-то несчастную. Что стряслось? Да змей ты подколодный. Сколько раз тебе говорила, не развязывай язык. Ну. Моргунок Шишку арестовал, слышь? И Антика, и сиротку с Авдотьей. Думаешь, тебе забудется, да? Тихо. Что теперь делать-то? Шапку. Тася, Тася, собери отцу быстро поесть. Прощай. Ну, с Богом, с Богом. С Богом. Тася, ты, главное, не боись. И мамку успокой. По закону, мать твоя, мать героиня. Ну, и папа тоже. А комиссару скажешь, ежели спросит, что мы за советскую власть. Но идти в лес... Папа может, потому как детей жалко. Закрывай. Но папа свою линию знает. Будет растить родине достойный молодняк. О. Ты что наделал? Что надо, то и наделал. Вот сейчас свяжу и отправлю в район. Пусть разбираются с этим бандитским отродьем. Сначала сам во всем разберись. Не боись, разобрался. У них каждую ночь бандиты, это или нет? Сегодня ночью к нам бандиты могли прийти. На то они и бандиты. Уберешь Шишку, они пойдут к Петру, к Ивану, к Сидору. Может, лучше сразу деревню сожжем? Нам больше всего сейчас нужно доверие людей. Доверие! А ты взял это доверие и бросил в мешок. А кря... Я уж не говорю о том, что ты превысил власть. Какую власть? Ты что, мелешь-то? Я сам тут власть! Из-за председателя! Из-за милиционера! Из-за страхагента, между прочим! Один я... Да не один ты здесь! Люди... Если ты их оттолкнешь, они не к нам пойдут, а к бандитам. И тогда до этого леса мы до самого лета не доберемся. Научи, комиссар. Как действовать? По совести. Да по совести должен их всех перестрелять, как паршивых овец, понятно? Это ты бы сделал из придури. Из страха.
Думаешь, мне не страшно? Да брось ты. Страх, совесть. Практику я тебе порчу. Так и скажи. Так для тебя это практика, а для меня это жизнь. Ну вот. Что, пока я здесь, я тебе не дам своевольничать. За своеволие по шапке дают. И правильно делают. Это мне? Мне по шапке? Ключевай. Иди. Действуй. Практикант. Убирайтесь отсюда! Идите, передайте вашим друзьям в банде, что они теперь могут резать нас, как цыплят. Пусть бьют нас из угла. Здрасте. Здрасте. Как пройти к сироткам? Кому? К сироткам. Вон тот дом с крыльцом. Что, Моргунок сильно напугал? Меня? Я его не боюсь. Значит, тот с крыльцом, да? Ага. Комиссар, не ходи туда. Что за черт? Да тут все всех пугают. Моргунок говорит, не ходи к Шишке. Шишка говорит, не ходи в сельсовет. А ты говоришь, что к сироткам нельзя. Комиссар. 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 Ну, батя, решето. Чинить надо. Добрый день. Здравствуйте. Хозяин, мне надо с вами поговорить. Я только прошу вас поверить мне. А что за дело у вас? У вас есть сын Матвей. Мне нужно с ним встретиться. Стоять! Хотел меня видеть? Вот он я. Зачем пришел? Хочешь подарить мне пару московских сапожек? Или за спасибо за брата Витьку и за брата Антона? Да я тебя за них! Матвей! Да ты ведь у нас последний. Предлагаю тебе. Помоги взять Кряка. За это гарантирую жизнь. Сынок! Ну вот, все, что у нас есть. Чтобы умереть, даже много. А вот для жизни мало. На Кряка выходить надо. Надо-то надо. Я сегодня встречался с Матвеем, с сироткой.
Думаю, он нам поможет. Ты что? Ну, практикант. Похоже, что тебя действительно чему-то учили. Да я с вами, ребят. Где взял? Нашел в лесу. Ну вот что, Ваня. Пока ты был один, бегать по щелям не стыдно было. А сейчас мы втроем. И прятаться от банды нам как-то не к лицу. Ребята, я ж тоже фронтовик. И бил гадов на совесть. Так неужели мы втроем здесь? Ох, Сивый. Говоришь, что и флаг повесили? Повесили, Евгений Владимирович. Моргунок сам вешал. Он говорит, что он теперь не один. Большевистские морды! Открывайте! Сейчас будем вас вешать! Штаны наложили и сидят, не шевелятся, точно?
Степа! Степушка! Степа! Степушка! Степа! 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 Я же тебе говорила! Степа, я тебе Иван, надо бы верного человека в район послать. Секретарь мне помочь обещал. Да брось ты, Андрей. Сами справимся. Кряк по зубам получил. Отсиживается, сволочь. Вот и надо покончить с ним. Сейчас, пока не отдышался. А если нас убьют? Это ведь случится. Всяко бывает. Не исключено. А кого послать-то? Послать-то некого. Я думаю, Николая. Кто это? Сивый. Смотри ты. Я не знал, что он Николай. Сивый да сивый. Ну что ж, Сиву так Сиву. Отсюда до Михалевского большака 3 километра будет. А где еще лес есть? Есть в Блудном, только где, не знаю. Немец-то привозил туда людей из концлагеря. А найти кого-нибудь можешь, кто покажет, где это? Попробую. Там, говорят, его много, возить не перевозить. Угу. Ну, спасибо, Федор. Ты уж завтра утром приезжай в Слободку. Приеду, конечно. Да смотри осторожно, а то с бандитами шутки плохи. Раз сына нет, то, стал быть, я должен. Спасибо, Федор. Хороший человек был его Костик. Говорит, не бывало Надежды Николаевна. Наши чистые озера самые чистые во всей Европе. Фашисты его в прорубь бросили. А Моргунок сюда недавно приехал. Он очень добрый. Это он сейчас накричит, набуянит. А сам готов себя последнюю рубашку снять, если понадобится. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, гостем будете. Так я ведь поздний гость. Вечерний гость. Самый дорогой. Проходите. Прошу вас. Садитесь здесь. Знаете, Ганна, ваш дом один из немногих в Слободке, где мне всегда открыта дверь. Вы знаете, что это дом Краковских? Да, я знаю, что он здесь бывает. Но это и мой родной дом. Хотите посмотреть его? В своем
маму я никогда не видела. Старый Краковский взял меня в дом и воспитал вместе со своими детьми, Анатолием и Евгением, которые сейчас в лесу. В общем-то, он не сделал меня ни дочерью, ни помещицей, но дал образование и подарил этот дом. Все так перепуталось. Евгений Краковский был здесь недавно. Он просил задержать вас и сообщить ему об этом. И вы не сделали это потому, что здесь солдаты? Нет. Его солдаты не остановили. Не стойте возле окна! Если бы можно было начать все сначала. Ну, вы возьмите и начните. Ведь говорили древние, сбудется, если кто пожелает. И это будет прекраснейший плод тех усилий. Матвей! Сынок, ты что, пьяный? Матвей, да как же так? Слободки солдаты. Я знаю. Это все, Ганка. Конец. Я окружен предателями. Знакомая история. Сегодня даже Матвей пытался меня выдать властям. Кстати, ты не знаешь, Бологов с ним встречался? Нам надо уходить. Надо пробираться на запад. Тебе придется поторопиться. У нас мало времени. Слушай меня внимательно. Я слушаю. Да неужели ты не понимаешь, что речь идет о нашей жизни? Я ничего не предлагаю. Это ты всегда полон идей. А можешь ты представить себе, что я не пойду с тобой? Все серьезнее, чем ты себе представляешь. Когда солдаты начнут уходить, приходи к развалинам. А если я не приду? Там у меня две лошади. А люди? Твои люди? Они обречены, Ганка. Это уже не мои люди. Они сейчас под прицелом держат твой дом. У тебя осталась только одна возможность. Как солдаты уйдут, незаметно через двор пробраться к развалинам. Подумай об этом. Пойми, ты их всех хорошо знаешь, они тебя в живой не оставят. Авдотья. Авдотья. Авдотья.
Краковский ушел. Дайте мне его! Тихо! Не леньте! Пленных отправить в район. Обеспечить усиленный конвой, глаз не спускать. Есть. А вот пальто Ковалева. А, грач. Долго же ты бегал от нас. Ну, как мои сапожки, не жмут? Знаешь, Иван, я никогда бы не подумал, что через год после победы придется увидеть столько смертей, столько пожарищ. Хорошо, что тебя прислали. А я сам попросился сюда. Давай, трогай.